столице произошло небольшое ДТП. Виновник аварии – нетрезвый пожилой водитель. Кадры оперативной съемки в сюжете с Аргалана Захаровой. В 5 утра пожилой мужчина изрядно погулял, сел за руль своего автомобиля, выехал на автостраду, на которой уже к тому времени собралось достаточно большое количество машин. На старте со светофора подозрительное поведение водителя привлекло внимание других участников дорожного движения. Он начал вилять по дороге, я ушел на третью полосу, крайнюю правую. Ну, опередил его, я на третью полосу ушел. И он меня догнал с левой стороны, зажал, ударил бочину, потом не справился с управлением. По дороге и в отбойник ехал. Водитель не отрицал того, что пьяным сел за руль, но почему он пошел на это, объяснить так и не смог. А вообще не отказываюсь. Выпили сколько? Не знаю. Свидетельство, проведенное при помощи технического средства алкотест, показало результат 0,99 мг на литр выдыхаемого воздуха. Вскоре нетрезвому водителю придется ответить перед судом за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также возместить материальный ущерб за поломки Ниссана и разделительное награждение. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что пенсионер ранее 3 раза подвергался к административному наказанию за вождение в пьяном виде и 1 раз за отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Отметим, что с начала года по факту повторной езды за рулем в нетрезвом виде в органы дознания сотрудники ДПС направили уже более 300 материалов. Из них порядка 200 рассмотрены. По ним вынесены приговоры, начиная от обязательных работ и заканчивая реальным лишением свободы на срок до 2 лет. Саргалана Захарова, НВК Саха, Якутск.